Добрый день всем! Сегодня я покажу, как заменить поломанный ламеллидержатель. Если все прошито правильно, то вот здесь должно хватать расстояния для того, чтобы вот так вот ламеллидержатель погрузить внутрь и вытащить в бок. Все просто. И потом вы новый ламеллидержатель также вставляете. И верхушечку вытаскиваете. И вот он вам будет служить. Показываю еще раз. Погружаете внутрь. И вытаскиваете в бок. Вот и все. А новый ламеллидержатель. Как правило, вот это ломается. Штучка верхняя. Вот здесь вот. И нужно ее заменить. Все, вставляете новый. Если же прошито неправильно ламель, то бывает вот так еще. Зашито под корень ламеллидержатель, зашит так, что его нельзя туда внутрь погрузить. Вот так вот. Вот так. Это неправильная прошивка. Здесь зашито под корень. Пользуйтесь. Всем всего доброго.